И снова здравствуйте, мои дорогие друзья! Я искренне рада вас приветствовать в своем новом видеообзоре, который посвящен поистине уникальной криптовалютной бирже нового поколения, которая называется 50x.com, об уникальности которой, собственно говоря, я и хочу с вами сегодня поговорить. Ведь наверняка многие из вас уже успели обратить свое внимание на то, что многие современные криптобиржи крайне похожи друг на друга, где отличительным являются разве что некоторые рабочие инструменты. Но биржа 50x.com пошла куда дальше, разработав новую технологию квантового торгового ядра под названием Any-to-Any. Но что это значит, спросите вы? И вот тут я и постараюсь вам максимально подробно ответить. Но для начала поговорим о традиционных биржах, которые имеют классические торговые ядра, благодаря которым система автоматически сама определяет, есть ли в системе пересечение цены покупки и продажи в таблицах ордербука. И если таковые имеются, то происходит самая обычная сделка. Но как показывает практика, все биржи, кроме 50X, обладают каким-то ограниченным количеством базовых валют и независимые ордербуки по ним, что в свою очередь приводит нас к отсутствию возможности торговать, например, Dash против Zcash или же Tezos против Doge. А все потому, что количество таких ордеров будет огромно, и все они будут независимы, то и наполнять их придется по отдельности. Так, например, если вы захотите продать свои монеты Tezos и купить Zcash, то вам сначала понадобится продать свои монеты Tezos за биткоины и только потом купить Zcash за те же биткоины, что в свою очередь приведет вас к переплате двойных комиссий и к потере драгоценного времени. Но с Any-to-Any Quantum Trading Core вы сможете легко торговать любой к любой присутствующей на бирже криптовалютой. А все потому, что квантовое ядро Any-to-Any оперирует не таблицами заявок, как это есть в классической архитектуре торговых платформ, а векторами и графами сделок, что в свою очередь позволяет мгновенно отражать всю доступную ликвидность по валюте относительно любой другой валюты. Но чтобы поподробнее изучить данный вопрос, я все же рекомендую изучить отдельно созданный официальный видеоролик от самой биржи 50x.com, ссылку на который я оставлю в описании. А пока тем временем вернемся на главный сайт биржи и познакомимся с целым рядом других особенностей, которые, как вы видите, включают в себя не только круглосуточную техническую поддержку, доступную в режиме 24 часа на 7, но и быстрый ввод и вывод средств, а также низкие комиссии, которые для многих торговых пар составляют всего лишь 0,01%. Плюс всех тех, кто использует внутренний токен платформы, получат еще и скидку в размере 50% для оплаты комиссии. Дополняет еще и весь этот список особенностей профессионально разработанный торговый терминал, который содержит в себе все необходимые ордера, в том числе стоп-лоссы, тейк-профит и трейлинг стоп. При этом все действия в рамках биржи вы легко можете осуществлять без паспорта, селфи и других каких-либо справок, идентифицирующих вашу личность. Сделано же все это исключительно в целях безопасности всех ваших личных данных. Ведь если их не будет у биржи, то и соблазна красть их тоже не будет. Что, собственно говоря, весьма логично. Однако, помимо данных, часто хакеры охотятся за средствами, хранящимися на ваших кошельках. Поэтому, дабы обезопасить вас от потери своих средств, даже если по каким-то причинам мошенники узнали все ваши пароли и логины для входа, то у биржи на этот счет есть отличный кошелек аварийного вывода, который включает в себя ваш личный адрес в блокчейне, куда в случае взлома вашего аккаунта будут автоматически отправлены все имеющиеся токены. В идеале, конечно, если отправлены они будут на ваш холодный кошелек. При этом обращу ваше внимание, что данная опция активируется только после аварийного удаления аккаунта. Тем не менее, помимо кошелька аварийного вывода, на платформе доступна трехфакторная Google аутентификация, взломать которую уже будет весьма сложно, так как для входа на сайт и вывода самих токенов будут нужны два разных кода двухфакторной аутентификации. Еще одним не менее важным элементом безопасности является мастер-ключ, который представляет собой уникальный способ однократного восстановления доступа к вашим токенам на аккаунте, запускающий аварийный вывод токенов на ваши заранее заданные адреса аварийного вывода. Что, согласитесь, весьма удобно, потому что не всегда есть шанс приостановить возможную кражу своих криптоактивов. Так что уверена, многие из вас по достоинству оценят данные инструменты безопасности, ознакомиться с которыми вы сможете более подробно уже при самостоятельном изучении официального сайта 50x.com. Однако это еще далеко не все, чем богата торговая платформа, потому что вы также легко можете участвовать в пользовательских займах, доступных в рамках маржинальной системы,
где вы без труда можете брать криптовалютные займы с плечом до 3x, а также самостоятельно давать в долг под тот годовой процент, который вы захотите. Но, как вы понимаете, на этот счет у 50x.com тоже существует обучающий ролик, посмотрев который, вы однозначно поймете не только саму специфику данной функции, но и более детально рассмотрите ее на представленных примерах. Что ж, вот такая вот она, многогранная биржа 50x. Надеюсь, изложенная в видео информация была для вас актуальна и полезна. Поэтому подписывайтесь на мой канал и регистрируйтесь на платформе. Ведь только методом собственных проб вы сможете по достоинству оценить все вышеперечисленные преимущества и особенности платформы 50x.com и ее квантового ядра Any2Any. А на этом я с вами прощаюсь до своего следующего видеоролика, который выйдет совсем скоро. Так что нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои самые свежие публикации. Ведь с вами, напомню, была я, ваша криптоледи. Всем удачи и пока!